Но более многочисленны здесь другие грызуны, живущие в воде. Нутрии. В 20 веке кожевенная промышленность всего мира сделала ставку на нутрии, надеясь на доходы от продажи их шкур. Но не было учтено умение нутрий вырываться из неволи и их потрясающая способность размножаться. Самка достигает половой зрелости в 3 месяца и может рожать 3 раза в год, выдавая до 13 малышей. Самка способна забеременеть на следующий день после родов. Нутрии можно включить в перечень самых инвазивных видов животных. Но здесь, в их родной экосистеме, они живут в гармонии с окружающей средой, не нанося ей ущерба.